Цифровизация, единая система оценки знаний и объединение общего и дополнительного образования. Эти и другие приоритетные направления в сфере современного образования обсуждают в Сургуте. Сегодня открылась ежегодная августовская конференция. Традиционно перед началом нового учебного года мероприятие собирает педагогов региона. На конференции подводят итоги, обозначают предстоящие задачи и, конечно, делятся передовым опытом. Площадки доступны и онлайн, так что присоединиться к обсуждению может любой желающий. Еще одно направление, совершенно огромное, гигантское, это интеграция общего и дополнительного образования. Благодаря нашей платформе, цифровой образовательной государственной информационной системе образования Югры, мы эту интеграцию осуществляем. С сентября запускаются также пилотные площадки, они уже определены, уже педагоги прошли повышение квалификации.